Тибетском автономном районе вступило в силу новое постановление о защите ледников. Документ стал важным прорывом в области экологии и охраны окружающей среды. Он установил четкие руководящие принципы для местных властей, ввел систему ответственности и оценку эффективности при сохранении ледников. Нарушителям правил будут грозить штрафы. Документ опирается на первый в Китае закон государственного уровня о защите природы Тибетского Нагорья, который приняли в сентябре прошлого года. На территории автономного района находится более 40% ледников Поднебесной, 1/6 водных ресурсов страны, почти треть пастбищ и 40% площади озер. Новое постановление призвано повысить экологическую безопасность, поддержать разнообразие флоры, фауны и ландшафтов региона.